Всем добрый день! Решила с вами поделиться вот такой посылочкой. Заказывала я через Одноклассники котову Марину крючки. Это вот я купила уже дома для них футлярчик, так как у меня их уже очень много. И вот решила, что в пенале в таком будут храниться у меня крючки. Тоже увидела девочки в стране мам. Вроде бы вот пеналы приспосабливают. Посылочка. Вот здесь. Вот у меня. Это не то, что нужно. Вот пришло мне 5 крючков. Тех, каких мне не хватало. Не удержалась. Девочки вот все заказывают, всю косметику. Но я и косметику заказываю, и неравнодушно к крючкам. Крючки купила вот номер 1.25. У меня не было здесь 0.9. 2.25. 2.75. У меня был 2.5. А вот меньше и больше не было. Сейчас есть. И троечку уже заказывала, потеряла, не могу найти. Уже год, наверное, как потеряла. Все уже перерыла, не знаю, куда он у меня упал. Ну, может быть, и начну сейчас вот писать. Найду. Крючки не открывать, не открывать. Так, уже вот они. Такие, ну, конечно, вязать ими удобно. Вот, то, конечно, в правую руку брать. Но я беру вот так. Вяжу. Как-то вот так. Некоторые вяжут вот так, что вот этот палец большой. Самый сюда. И вот так. У меня так не получается вязать. Хотя, конечно, при желании я могу попробовать и вязать так. Но это не так быстро для меня, не так привычно. Сталь здесь идет у них какая-то, я не знаю, вот похожа на медь, но вот опыление такое идет, как позолота, не позолота, но шершавое немного. Так, это я в сравнении вот с таким, этот вообще гладкий, а отличаются они по шероховатости, что вот этот идет немножко, так скажем, как бы шероховатый, вот я ощущаю его, а этот гладенький. Вот, и здесь вот этот вот самый маленький из тех, которые пришли, он вот такой. Все спрашивают, как насчет кончиков. Скажу, особо отличия нет. Если так придирчиво относиться к тем крючкам, даже вот тулип, которые продаются у нас, то не почувствуется разницы, только лишь то, что в ручке. А вот в кончике там можно крючок взять поближе, допустим, здесь он держится только вот в таком положении. Для меня, допустим, вот не хватает, мне нужно, чтобы покороче он был вот в этом месте. Поэтому здесь, конечно, так вот я вяжу для того, чтобы вот скорость у меня была больше, мне нужно вот это вот более короткое жало, так скажем, у крючка. Вот. Такие у меня приобретения за последнее время вот для вязания. Спасибо за внимание. До свидания.